тут я решил вместе с философами своими знакомыми замутить тему про мерзких, гадких, противных, омерзительных философов. Потому что, вот я помню, нам рассказывал, приходил лектор и рассказывал, лекцию читал, да? Лекцию читал на литературоведческую тему. Нам что только не рассказывали, да? Нас учили слушать оперу, стрелять и бросать гранаты, да? Что только не учили, вот всему учили. Вот, так вот, значит, он приходил и рассказывал. Лекция называлась «Дружба Маяковского и Есенина». Ну, говорит, ну, мне, говорит, так написали, но никакой дружбы у них не было. Еще он там про Горького вспоминал. И вот, знаете, про Горького, как, конечно, Горький был противный старикашка, да? Я вообще тоже, наверное, противный старикашка, особенно если кому-нибудь двойку ставлю. Ну, типичный противный старикашка. Вот. Ну, вот они, противные, мерзкие философы. Ну, тоже в этом смысле. Хотя, конечно, великие люди. Вот такой вот решили мы замутить такую вот тематику. Да, никуда не денешься. А вы, пожалуйста, уж никуда не девайтесь, а поддерживайте мой канал вашим материальным участием, если, конечно, можете. Спасибо вам большое, всего вам доброго и наилучшего. До свидания, всех благ.